А ну-ка, все ловите приветствия от Винвуда, Альтари, Осриван, Руцио, Сарес, Марины, Эндемон, Анджелы, Префайсона, Эсельвингильды, Алены и Сартова. Ну и от меня тоже. Чё я? Что я? Рыжий, что ли, как говорится. Как говорилось, в дни нашей молодости. А сейчас, в дни нашей зрелости, назрел вопрос, на котором мы остановились в прошлой серии. Идти назад и отдыхать, восстанавливать запасы маны, здоровья, продавать копеечные шмотки ненужные, чтобы копейка рубль берегла и мы на корабль накопили. Или отдохнуть здесь. Вот нельзя посмотреть эмоциональное, в целом психическое состояние персонажей, чтобы узнать, как они отреагируют на какой-то новый дискомфорт, на необходимость, ввиду моего волевого решения поспать прямо в данже. Вот неизвестно, как вот это все сложится. Так что будем делать? Сначала нам, конечно, бы полечить Осри. Ну, блин, а чем ее лечить-то уже? Давайте мы сейчас зельями попиваемся. Маленько, да? Почему нет-то? У нас же есть зелье. У нас много зелий, которые мы не пьем. Кстати, heal all. И это зелье вылечило только ее, да, я так понял, да. Ну, кого Альтари, может, тоже есть какие-нибудь выпивушки? Нету. Нету. У нее есть зелье против выпивушек. Зелье так называемой трезвости 1. Я не знаю, насколько нужно запьянеть Фейтгейтса в Дон, чтобы понадобилось зелье трезвости 2. Есть ли оно вообще? Вот у нас, по-моему, только за все время Алена один раз пьяненькая стала. Что-то мы там отпраздновали. Как-то бурно. Возвращение из катакомб или что-то в этом роде. Но там как-то само все прошло или заклинанием отрезвились. Так, а мы сейчас где вообще? Сзади должна быть водичка. Да, во, я все понял, где я. Беру карандашевую руку. И продвигаюсь в периода. Тут у нас много стен видно. Таких вот, как в кубикле в этом формате офисной работы. Когда все отделены друг от друга стенками, но как бы workspace общий все равно. Так, заворачиваем за уголок, смотрим, что там. Там у нас стеночка. Стеночка-тупиковочка. Вот. Сейчас мы там по углам всем походим. Походим обязательно. Так, вот тут раз. Два. Дальше начинается жижа на три клетки. И это все изображу у себя на hand-drawn map. I'm hand-drawing Итак, что у нас справа? Справа у нас тоже возможность куда-то пойти на три клетки, как минимум, потом разворот на восток, да. Мы сначала вот этот угол прошмонаем. Мы ведем шмон угла. Как говорят у нас в падике, наведем шмон. А даже тут что-нибудь обыщу. Я не знаю. Как должно работать чутье на айтемы и скрытые вещи, если оно срабатывает чисто случайно. Я его чувствую чаще, чем что-нибудь находится, действительно. Там один раз 100, может быть, что-нибудь срабатывает. Не думаю, что можно говорить о чутье каком-то вообще. Вот чутье на данж оправдалось. Нам о нем говорят, мы в каком-то городе, есть какая-то стена непонятная. Тут уж вариантов немного. Ну, данж, значит, будет. Тут у нас тупичок весьма подозрительный. Может, тут будут тоже всякие телепорты, ловушки. А то и фонтаны снова.
Вот так. Маленький тупичок. Подожди, стой. Вот это сюда, да. А вот это. А, тут уже и стена, погоди, тогда что-то не так нарисовал немножко. Сколько тут жижи? Две всего? Да, две жижи, я три нарисовал. Сейчас паузу сделаю, переделаю. Преувеличил количество жира. Это вот сейчас со своим стаканом также сделал. Разбавил кофе водичкой. Ничего, все так делают. Не надо мне тут. Я уже слышу ваши гневные возгласы. Кто же разбавляет кофе водичкой? Я. Я просто очень ядреный кофе иногда делаю. Он даже не знает, сначала тупички Обойти или уже заходить дальше. Просто много чего можно еще ожидать. Встанем здесь, нарисуем то, что видим отсюда. Тут свободная клетка, тут жижа. Жижа стена и направо стена. Так, там еще дальше жижа налево. Драк делает трипл кил тем временем. Последний звонок отзвенел. Сейчас такие враги в онлайновых мультиплеерных экшн-стратегиях попадаются. Вы не представляете. Счет 50-50 на 15-й минуте. Это что вообще, мы дезматч играем или во что? Ой. Последний звонок. Его. Время спокойных Стратегичных, тактичных игр закончилось. Заглянем, заглянем, что за жижи и справа. Сначала, что справа. А, ну тут я просто... Так, погодите, тут не совсем понятно мне сейчас. Так, вот это я смотрю сюда. Тут я смотрю сюда. Стою здесь, и я могу тут сквозь стену пройти, что ли? Получается. Давайте я сейчас джугль на всякий случай, у кого есть, использую. Подозрительное место. Ну, типа да. Походу, тут можно походить насквозь стен. Немножко. А, не, нельзя. Чё это я? Так. Никаких ловушек. Тут я даже обыщусь. Вот туда-то как? Было видно... А, ну, понятно. Как-нибудь иначе. Сейчас мы в тупички позаглядываем в этой комнатушке. Здесь... Что, ничего, что ли? Действительно. Тогда здесь. Ой, паука, сейчас паука словим. Даже двух. Паукан, паукан, пауканище, как писал Корней Чуковский. Ловушка. Об опыте встречи с арахнидами. Что же тут пряталось за ловушками? Либо ничего, либо пока ничего. А то мы уже знаем, что в катакомбах были места, где сначала ничего не было, а потом, после того, как рычаг Где-нибудь нажмешь какой-нибудь, что-то появлялось. Может и тут также. Знать не можно. Заранее не узнаешь. тогда Возвращаемся, заворачиваем вот сюда, на пауков, и пойдем налево, на восток.
Ой, а чё, кого цапнули, погоди. Кого-то цапнули, я не заметил. Ладно, Альтарио там все равно полечить надо будет. А немножечко покусанная уже. Вообще вот эти еще нападут. Мерцинарис и спидер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Альтарио убили. Окей. Ревайв. Есть ли смысл сейчас ее ревайвать? Или после боя лучше? Давайте после боя. Использую прощу просто так, почему нет? Неплохой урон, кстати. Пробили бедную Альтарию. Что она вам сделала? Злодеи. Фашисты. Вот 7 тысяч за это получили. Ой-ой-ой, погодите, погодите нападать. Пожалуйста. Давайте мы оживим Альтарию. Бедняжку. Маны нифига нет. Рутс его не сможет сделать хилол. А-а-а. Ой, блин, я не то нажал. Ладно, фиг с ним. Осри он полечит. А, или у Альтария есть какие-нибудь зелья. А, нет, у нее, мы уже смотрели, какие зелья есть. Давайте лечиться, чем можем. У Монка нормальных хилов нет. У Приста есть... О, хил 80, кстати, неплохо. Пока пойдет. Сколько у тебя... Сколько у тебя, Альтария наша дорогая, максимум хэп? 158. Можно еще 80-очку сделать. Так, для округления. Если хватит, конечно, маны. Сомневаюсь, что хватит. Да, не хватает. Все. Двадцать пять минус дамажа Осерван. Ну чё, все-таки встает, да, вопрос о том, что отдыхать надо, но пока не ясно как. Мы недалеко от входа. Скорее всего, лучше. Вот недалеко. Вернуться в город, там поспать по-человечески, поесть, попить, отдохнуть. Так, Альтария, мне интересно было, сколько у тебя уже смертей на счету. И когда тебя это начнет бесить, и ты скажешь, что не хочу ходить в пати, где постоянно умираю. Нормально пока. Пока можно жить. Ну, давайте тогда на выход. Отдохнем, пойдем. Восстановим силы. Как-то вот здесь, да, хожу. Тудым. Тудым, тудым. Тудым. Вот заодно сейчас еще и тут пока нарисую, пока далеко не ушел. Что видно? Да, здесь стою. Вижу стеночки. Вижу стеночки. 2 на 2 тут, да? Вероятно. Я предлагаю еще вот эту комнату обойти. Стоп, я не тут нарисовал все. Ой-ой-ой, я заблудился теперь вообще. А нет, тут никакой дополнительной воды нету. Да. Вот тут жижа. Я сам себя сейчас запутал этой разметкой. Нарисовал стены там, где их нет. Стою. Стеночки.
Вот, встал в угол. В угол встал. Как и полагается мне. Так, 6, пауза. Так, вот тут у нас будет еще дальше коридор куда-то. Понятно. Сейчас тогда тут это отмечу дело. И... Ну и тут отмечу дело. Раз, два, три. Еще поворот направо уже сразу видно. Ну, да. Действительно направо. Ага. Ну, значит, туда пойдем потом тоже. Сначала на выход отдыхать. Словим, словим паучка и на выход. Давайте. Аж два паучка опять. Все. Пройдем по всем клеточкам этого места на всякий случай. Здесь ничего нет. На выходы. Гамонские гроты. Гроты Гамонова, которые часто у нас. Ха! Марина сундук нашла просто так. Как с куста, как говорится. Ага. Вот, пол первого дня, а мы спать пойдем. Ну ничего. Мы важное дело делаем. А может, не пойдем спать, кстати. Спать-то мы не хотим. Спать мы хотели, чтобы восстановить силы, а тут можно это сделать иначе. Сначала сделаем сейф на двоечку. Сейчас тут поменяю. Это вот мы все отметку о сейвах. 8 штук, и надо не запутаться. А где тут моя городская карта была? Надо же узнать, где можно спать. Даже не спать, а пройтись. Да, ой. А что случилось? А что случилось? Погодите. У меня что-то случилось. А, все. Что у меня плеер из Ютуба из Хрома вылез на первый экран. Там я пересматриваю свой Dwarf Fortress. Так, ну, переслушиваю больше. Вспоминаю, что там как было. Потому что мы тут подумали. Подумали, что после Fate или Might and Magic'а. После Might and Magic'а первое сразу сказал, что не буду немедленно же начинать второе и так далее. А скорее всего первым закончится он, а не Fate Gates of Dawn. Поиграемся в Dwarf Fortress немножко. В режим крепости, в режим приключенца. Возможно, с модами. Скорее всего, без. Так. Вот тут у нас есть близко больничка. Угу. Так, давайте сначала тут сделаю паузу все-таки. Больничка и гильдия. Сначала, наверное, лучше в гильдию восстановить ману, отличиться за счет маны. Потому что это тоже опыт дает. Каждое применение заклинания здесь дает опыт. Вот, да, пойдем в гильдию, значит. Я ее находил уже за кадром. Она за секретным ходом тут есть. Такая вот гильдия интересная. Не помню, чему там учат, но это и не важно сейчас. Обходим здесь. Почти до конца на север. Вот, до седа. До конца на восток. Вот сюда. Ой. Тут у нас голая фея спрашивательница копии протекшн вопросов с сисями спрашивает. Какая магическая сила у заклинания Банши Фриз? А это что значит? Это значит, нам нужно открыть аппендикс к мануалу. Открыть. Вот она меня читалка мануалов. Читалка PDF-ов. Мануалов в том числе.
Банши фриз. Банши фриз. Power 95. Это значит... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой. Седьмой ответ. Все. Надеюсь, все правильно. Так, и вход был где-то... А, ну он не тайный. Вот такой волшебный просто вход. Здравствуйте, чему вы тут учите? Учите скиллам. О, кстати. А ведь можно подкачаться. Вот, неплохо золото набрали. Так, Вин вот не может скилл класс повысить. Ну ладно. Давайте все-таки уточним, скилл класс это про ворота или про попадание? Что-то это сейчас важно. Так, аппендиксы. Скилл класс. Ага. Попадание. Попадание. Ну, понятно, ладно. Тогда не будем. Тогда мы Альтари вот что сделаем. Посмотрим, может ли она новые спелки взять. Стоунинг, кстати. Давайте посмотрим, что она делает. Заклинание Стоунинг. Это у нее какой класс сейчас? Не помню. Давай сейчас несколько пробегу. Таблички, табличкам. Найдем, что это такое. Стоунинг, вот, нашел. Срабатывает на одного оппонента. 18 ярдов. Эффект перманентный, только в бою обращает оппонента в камень. Интересно. Думаю, взять стоит. Давайте. Все, новых она не может сейчас заклинание выучить. А новый класс ей пока не пора? Нет. Кстати, у кого-то же было зелье, позволяющее подкачать класс. Не у тебя ли? Часом, а у Винвуда. У Винвуда он сейчас передаст кому-то. Нет, он не будет пока что передавать в данный момент. Мы его сохраним на случай, когда прям очень-очень приспичит. Так, есть ли смысл тебе восстанавливать ману? У тебя ее много сейчас. Нет, не будем этого делать. Сколько? За 1500 не. Не-не-не-не. О, Сирван. Ты можешь себе... Нет, не может. Новых спелок тоже не может. Новый класс получить тоже нельзя. Ману мы и восстановим. За 2000 ты дыши. Так, изучить, как использовать кристаллы она не может в силу недостаточного интеллекта. Не значит, что она глупая. Значит, что для того, чтобы это уметь, нужно быть еще умнее. Так, что ты можешь выучить? Ничего тоже, да? Манку мы тебе тоже восстановим. Сарс тоже будет восстанавливать ману сначала. А, вот она может научиться использовать кристаллы, кстати, но это дорого. Пока что не буду с ней ничего делать, только восстановлю ману. Чего и так дешево? Нормально. Так, что можешь выучить ты? Ничего. Это восстановим ману тоже. Так, Осерван сейчас полечит Альтарию. Престовская хил 80. Все, остальные у нас вроде как здоровые. Да. Сделаем сейв. Посмотрим, есть ли у меня что на продать. Что-то было записано. Так, Лазершузы Осерван. Уже нет, мы их уже определили. Там что-то у Анжелы вроде есть. Роба мусорная. Ладно, не будем.
Проверим, убедимся, что ничего лишнего нет. Armaments Examine Footwear. Да, она их носит сейчас сама. King Boots мы тогда дали. Сарес вроде. Не помню, да? Да. Ну и все, значится. Можем возвращаться под землю. Underground. А, еще где куда-нибудь зайти перекусить можно. Да. А вот там недалеко есть, кстати. Таверенка, она открыта в это время, интересно. Да, она работает круглосуточно и называется преступный клуб. Crime Club. For English speaking viewers. Как известно, у меня интернациональный канал. Правда, я уверен, что все не русскоговорящие зрители давно отвалились, потому что я долго не выпускал видео. Вот с начала прошлого лета был большой перерыв, потом вот еще фармил, сходил. Так, я сейчас что-то заблудился, как тут ходить опять. Запутывают этими своими ходукинами. Вот, нашелся. Да? Да. Вот там у нас будет едальня. Изба-едальня. Давайте поедим. Что у вас сегодня подают? Apple pie, жареный кот, фрукты, бифштекс, салат, бекончик с коками, хот-дог, porridge. Ой, даже не знаю. Что-то у меня сегодня фруктовое настроение. Сам вот немного фруктов покушал. Давайте сейчас съедим фруктов и бифштексика. Вот. Комплексный обед. А на выпить у нас есть сидр, чай, водка, содовотер, пиво, коктейль, молоко и джуз. Я, пожалуй, ну, обмыть то, что спустились в новый данж, сидром немножечко, да? И соком. Запить все соком. Все, нормально. Поели, попили. Прошли 102 мили. Не знаю, сколько прошли, на самом деле это для стиха. Я просто по профессии поэт, если кто забыл. Иногда надо разминать поэтические мышцы. Никогда не знаешь, когда придется там в батле участвовать или еще что-нибудь такое делать. О, меня тут уже встречают, гляньте. Нормально зашли. Вот все, Альтари уже получает, Сарис тоже уже получает. А Марина делает, значит, Сергенсферу. Мана есть, будем пользоваться. Отлично. 6500. Вот только зашли уже. Окупили все расходы почти. Ну, тут уже опять на четверочку начинаем сейвиться. Отмечу. На всякий случай. И вдруг у меня что с головой случится. Запутаюсь.
Ну давайте, давайте. Наступайте на меня. Готово. 3500. Неплохо, неплохо идет. Набор капитала. Ну, даже если мы не найдем каких-то тут супер-мега-сокровищ, то за, получается, ну, 3 десятка примерно таких же заходов сюда, даже меньше, 2 десятка заходов, сможем накопить на корабль. Но это будет около 100% нашего капитала. 20 заходов, получается, если каждую неделю не пропускать, то это... Ага, 7. Подожди. По 3 в неделю. Ну да, где-то... Серьезно, что ли? За полгода накопить на корабль такими заходами? Ну да, тут, конечно, надо уже мыслить категориями. Не недель, месяцев, а... Все-таки длинное, длинное путешествие. За полгода накопить на корабль, думаю, неплохо. Так, тут уже надо будет свет обновлять. Вон, 6 тысяч. Как с куста. А карандаш в руку, сейчас будем вперед идти. К тому месту, на котором остановились. Вон к той двери. Гигантские пауки. Не абы какие. Но обратите внимание, что когда противника каменевает, вот тут не надо не добивать ничего, он уходит из боя. Эквивалент мертвому. Винвуд получил 23 уровень. Все. Празднуем всем дискордом. Опа, а ну да, тут ловушка была, я забыл, что они обновляются. Каждый заход. Надо об этом не забывать. Не быть опрометчивым. К нам судой. Снимать хороший удой. Ну, кстати, у нас же тут как вроде полные маны у всех. Можно и немножечко оббахаться. Ну, типа спид. Там Альтария тоже что-нибудь накастует. Ну, что тут у тебя есть? Сила только на одного. Вот, на Винвуда. Ага. Weapon класс увеличился. Так, у тебя тоже что-нибудь протект, старый добрый. А пока будем ходить, она уже и восстановится мана, а каждый каст это плюс опыт, так что в этом смысл есть. Никаких овермер. А, ну кстати, об овермирах. Свет-то пора обновлять. Вот все. Приятно, светло опять. Я еще заметил, что на Ютубе, ну, во всяком случае, в записанных роликах на компьютере, видео ярче получаются. Как минимум у фейдгейтсов дома. Так, тут у нас жижа.
Стена, сопряженная с жижами. Сейчас, паучки, погодите, я сейчас дорисую тут все. И к вам вернусь. А, тут один паучок, одинокий паукан. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, тут много стен впереди. Нарисую пока. Four. А, и там дверь может быть, в которую мы могли зайти, не заходя в эту дверь на север, а пойдя на восток. Но туда мы тоже не заглядывали еще. А, нет, 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 я же тут. Я же восточный. Там вырисовывается комната, куда ведет эта дверь. Все ясно. Стоим в углу. Стоим тут. Стоим тут. Видим две жижи, две стены. Так, который час? 11. Это вот сегодня, ввиду различных обстоятельств, пришлось дневную сессию пропустить, основную. Тут решил компенсировать за счет досугового времени. Потому что должен записать. Значит, надо записать. Тут это все уходит на восток. Пойдем на восток. Мой Вудсток. Тут у нас зигзаг выходит. Ой, а что написано было? Эргенсфера по диспаводу. Не успел заметить. Две двери вижу. Вижу две двери. По соседству. Любопытно, что за ними. Чё, по паукам не попадаем? Вертится, поди. О, отравили паука. Еще плюс 3000. Отлично. Классная профессия. Искатель приключений. Попал в чужой мир случайно. Ходишь. Бабло гребешь. Во. А тут у нас... Тупиковая жижница. Тупиковая жижница. Ну подождите, неужели тут совсем ничего нет? Действительно ничего нет. Никаких тайных ходов, я бы их увидел при помощи этого заклинания Руцио. Тогда в двери. Паучки. Паучки. И чует квадратная комната, да? В которую ведут обе двери. Ну, тут видно, что справа стена. Такая. Разделитель стоит. Ну, давайте здесь походим. Я тут даже сейчас обыщу каждую клеточку. Их тут всего 4. 4. Паучок напросился сам.
Копаемся в земельке. Мы любим. Сельские ребята. И здесь тоже. Ничего нет, ничего. Понятно. Тупиковое местечко. Ну, опять же, пока что. Мы не знаем, как преобразится данж, если мы тут где-нибудь что-нибудь стригерим. Рычаги какие-нибудь, еще чего-нибудь. Так, сейчас возвращаемся на юг. Мерсенарий с лягухою. Ой-ой-ой, дамаж пошел. Пора. Пора. Пора спасаться от дамажа снова. Эрген-сферу, да? Сделаем еще одну. Как ты там по мане себя чувствуешь? Не очень. Не очень. Сейчас тебя полечат. Осриван полечит. Недолго работает регенсфера, что заметил, что она вроде как исчезла. Внимание этому нужного не уделил. Можно блоками пользоваться. Руцело. Боже, неплохо. Ла. Вон еще 3500. Уже два десятка тысяч, наверное, собрали, пока зашли, вернулись, зашли. Если бы в жизни была такая профессия, ходить по данжам, картографировать их и что-то там находить, искать, отмечать, можно даже без монстра. Как я уже описывал в одном тексте, когда я прошел Stonekeeper. Большой пост по его поводу написал, и описал свой идеальный в голове Dungeon Crawler. Процедурно генерируемое окружение, ловушки, секретики, и можно даже всего один враг, чтобы был. Один, который может появиться когда угодно, сильный. Ну и чтобы упасть, там были тоже какие-то свои потребности. Например, Darkest Dungeon. Ну, а иногда могло бы ж так вот повести в кавычках. И единственный существующий Dungeon Monster могут призывать миньонов. Там, ну, всякое такое. В общем, есть над чем поработать в плане дизайна. Пока что. А вот в плане реализации, не знаю, что. Учиться игры делать, что ли, чтобы сделать идеальную игру? С одной стороны, почему нет? Многие так делают. С другой стороны, пока я к этому приду, кто-нибудь сделает. Уже. А, тут у нас еще одна дверца сразу же. Ой-ой-ой, визард. Ой, не люблю местных визардов, пипец просто как. От них броня отлетает, оружие убирается. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это не люблю. Вообще ни разу. Все. К счастью, он схлопнулся очень быстро. И оставил 3500. Средний чек этого данжа 3500. Ну а вообще, если... Ну, я точно знаю, что среди моих зрителей есть разработчики, начинающие разработчики, геймдизайнеры. Если хотите сделать Dungeon Crawler, вот вам идея. Такого же классического, условно говоря, формата. Передвижение по тайликам, рандомные данжи, секретики такие же, ну как...
Как везде, как все мы любим, чтобы им что-нибудь нажалось, что-нибудь открылось, или там в стены потыкаться, чтобы можно было. Ловушки обязательно. И не обязательно вообще, чтобы где-то были монстры. Собираешь лут, готовишься к встрече с одним единственным существом, которое там будет. Количество этажей тоже случайно, заранее, чтобы нельзя было предусмотреть. Но была опция какое-то количество этажей задать. Допустим, хочешь ран на 10 этажей, пожалуйста. Хочешь на 100, ну, на. Тогда с какой-то периодичностью, может, придется встречаться с главным злодеем. И, возможно, миньонами, которых он посылает. Такой ультракомплексный по сравнению с оригиналом ремейк охоты на Вампуса. Почему нет? Почему нет? Было бы здорово. Вампус незаслуженно забыт. Так, вот да, вот этот у нас аппендикс тут уже известен. Тут у нас стенка закрывается. Сейчас я сначала эту комнату всю огляжу, потом пойду в верхнюю дверцу. Вот тут наверняка же что-то есть. Так что сначала не туда. Так, жижа, угол. Угол запада. Здесь ничего, но я на всякий случай обыщу. Охота на Вампуса, кто не играл, это одна из их очень старых игр, где ты один, у тебя есть пространство, поделенное на комнаты. Не помню, как в оригинале, но последняя версия, какую я видел из таких, знаешь, ремейков, гексагоны. Комнаты, то есть соединены каждая с еще несколькими. Ну, в зависимости, опять же, от формы комнаты, по-разному соединяются там квадраты, гексагоны и все такое. И в одной из комнат есть монстр Вампус, он перемещается также каждый ход. И есть один выстрел. Там у тебя там пушка с патроном одним или лук с одной стрелой. И есть только один шанс его жахнуть из другой комнаты. Когда ты вычислил, где он находится, бах, все. Угадал, победил, не угадал, все. Конец. Тут тоже возможны вариации, конечно. Можно не угадать и подобрать стрелу, или походить поискать там амуницию. Но это все слишком... Слишком так. О, а тут ловушка. Ничего интересного, просто ловушка оказалась. В аппендиксе. Здравствуйте. О, Тут паучочки. Стояли за дверью и ждали меня. вот и просто добавляем к случайному положению Вампуса этажи, ловушки, секреты, пати, голод, жажду, психические травмы, необходимость отдыхать, есть и спать, чтобы компенсировать все это. И случайные свойства и способности у монстра. По-моему, вышло бы круто. Но опять же, круто делай, круто будет. Идея может быть насколько угодно хорошая, и испортить ее можно бесконечным количеством способов. Но идею я считаю хорошей, потому что я как любитель данжен-кроулеров с удовольствием бы в такой данжен-кроулер играл. А так как мои ожидания и потребности от жанра сформированы уже существующими играми, то я думаю, стоит полагать, что ни у одного меня возник бы интерес к такому проекту. Ух. 6 тысяч. Так, а можно ли отсюда выйти? Сначала проверим. Да, можно, хорошо, тогда делаю сейв. Вот после таких вот буль-буль-буль всегда опасность есть, не вернуться. Не, Fate Gates of Dawn всегда есть способ вернуться, но можно не дожить до того момента, когда поймешь, как это сделать. Опа, мы стоим на золотой плитке. Так, это у нас заметка под номером 3.
Golden Plate. Это Golden Plate. Мы наступили на золотую плитку, что бы это ни значило. И здесь тоже. Понятно. Мне сейчас пришла в голову догадка. Сейчас я ручки сполосну, немножко душновато. Почему-то. Почему-то немножко душновато. Как раз вот размышлял, сейчас сидел о различных ловушках, о переключателях, которые что-то открывают. И нажимные плиты же, нажимные плиты. Так где мы последний раз видели? Ну, наверное, в Eye of the Beholder, да? Или даже в Anvil of Dawn, что-то куда-то поставить, чтобы где-то что-то открылось. Возможно, эти плитки работают так же. Но тут нельзя оставлять предметы. Возможно, придется тут оставить двух человек. Ага. Двух человек, чтобы кто-то стоял. Блин, ребятишки. Я по невнимательности сейчас фигню сделал очень неприятную. Я капнул четырьмя капельками на лист с картой. Плохо. Плохо. Надеюсь, мне не придется рисовать там эти капли. Она еще и напугала. Ладно, промахнулась, промахнулась. Подсохла чуть-чуть, может быть. Блин, вот первый раз такое. Раньше никогда не капал. Раньше руки вытирал на почтенном расстоянии от карт. Уж раньше я это делал дома, где от вытирания рук до карт еще надо две комнаты пройти. А тут вот не учел, не учел. Ну ладно. Не критично. Так вот. Надо тогда думать, кого тут оставлять, если придется тут кого-то оставлять на этих плитках. Но мы сюда еще вернемся, а пока... Пока в другое место сходим. Потому что тут у нас еще не все. Блин, ой, 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 я Далдон. Я царь Далдон. Или нет? У нас тут не было фонтана восстанавливающего ману. Нет, не царь Далдон. Хил, анти, дот, кьюр и... воскрешающий же фонтан был. Точно. И еще один неизвестный. Ну ладно. Это все фигня. Выходим тогда вот туда. Куда шли в прошлый раз? И не дошли. Пошли отдыхать. Блин, намокла карта. Что поделать? Осторожнее быть. Поушен какой-то Марина нашла. Ну-ка, что за поушен? Invulnerability 2? Наверное. Давайте сохранимся. Так, я через... Да, наверное, уже потихоньку и заканчивать буду. Сейчас до часу догоню, 5 минут. Нападайте на меня. Ой, дамаж прошел. Опять регенсфера кончилась. Что ты будешь делать? Кончается и кончается. Давай блок сделаем.
Сыр. Марина устала. А мы сейчас тут все изобразим, что следует изобразить. Вот тут у нас продолжение стены. Заворачивает она налево. Видно жижу. Жижу видно. Вот так вот. Жижу нарисовал много на карту и притянул настоящую жижу. Видели, как работает? Психосоматофизика. Настоящее. Так, тут у нас довольно длинный коридор. По своей правой части. И не настолько длинный по левой. Куда-то можно будет там свернуть. Потом мы туда свернем. Но это потом. Пока что на восток. Одна клеточка справа, и дальше жижи. Жижи всякие. Как минимум две. А чё не нападаете, ребята? О, мне сейчас вспомнились в катакомбах группа големов, которые стояли и не нападали. Вот туда надо было идти, так что приходилось самим нападать. Очень крутой данж, конечно, эти катакомбы были. Надеюсь, этот тоже приятный окажется. Стена заблочила атаку, отлично. Шесть тысяч. Второй средний чек по этому данжу. 3,5 и 6 тысяч. Так, сейчас мельком глянем, что тут. А, дальше стена еще. Так, две жижи, дальше стена. Так, слева тоже видно, что стена продолжается. Ну, у меня тут это пока еще все зафиксировано, потому что прилегает к той комнате из 4 клеточек. Так, тут у нас справа что видно? Три стены. Да? Да. И воды там больше. Целый квадратик воды получается. Так, три стены с юга видно. Как минимум три, да? Раз, два, три. Нет, максимум три. Это вся стена, что там есть. Похоже. Ну, мы туда еще сходим обязательно. Вот тут так проверим. А, ну да, там все. Там шинк. И фиксируется вот эта вот тупиковая часть с жижей. Давайте я тут встану. Скажу спасибо всем, кто с нами сегодня погулял. С вами прощаются традиционно Винвуд, Альтария, Осриван, Руцио, Сарис, Марина, Эндемун, Инесса, Анжела, Префайс, Эльвингильда, Алена и Сарто. На этом все. Квит, ес, три, до свидания, я.